Добрый вечер, в эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джукаев, и смотрите в нашем выпуске. Первая часть подписей жителей Карачаево-Черкесии в поддержку Владимира Путина передана в Центральный избирательный штаб. В новом году республика продолжит активную работу по повышению доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи. В региональном отделении политической партии КПРФ искренне и душевно поздравили волонтеров группы «Зов Родины» с Новым годом. В радостные новогодние дни во Дворце культуры встретили Рождество. В чудо рождественной елки поверили воспитанники воскресных школ республики, дети из дома-интерната и коррекционной школы. Новогодние каникулы и рождественские праздники на территории Карачаево-Черкесии прошли спокойно. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. На протяжении всех выходных в городских округах и муниципальных районах республики дежурили члены правительства, местных администраций, работники здравоохранения, спасательных служб, правоохранительных органов, которые круглосуточно обеспечивали безопасность наших граждан и порядок на улицах региона. Большое спасибо им за работу, отметил глава Карачаево-Черкесии. Отдельные слова благодарности нашим военнослужащим, которые находились вдали от дома, ни на минуту не прекращали исполнять свой воинский долг, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. Карачаево-Черкесия и вся Россия гордится своими бойцами и ждет их домой с победой. Первая часть подписей жителей Карачаево-Черкесии в поддержку Владимира Путина передана в Центральный избирательный штаб. Напомним, сбор в нашей республике, как и по всей стране, начался в конце декабря. Свою поддержку Владимиру Владимировичу Путину выражают жители Карачаево-Черкесии. Это только первая часть подписей, работа на этом не останавливается. Мы видим, что наши граждане участвуют в кампании активно, поэтому сбор и в республике продолжится и дальше. Его ведут волонтеры, представители общественных организаций, работают пикетные точки, отметил доверенное лицо Владимира Путина, социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Замир Гусов. Он обратил внимание, что каждый желающий поддержать Владимира Путина может оставить свою подпись в подписном листе. Абсолютно все голоса будут учтены. Выборы президента России пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч голосов избирателей России. Карачаево-Черкесская республика, как и по всей стране, проходит сбор подписей избирателей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этом большое участие принимают наши волонтеры. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить нашу благодарность представителям волонтерского движения. Большая работа проведена и на площадке Общероссийского народного фронта по этим вопросам. И немаловажную работу провели у нас и партийные активисты в городах и районах нашей республики, а также силами волонтерского движения. Весь этот период работают пикетные точки по сбору подписей. Эти пикетные точки работают у нас в городе Черкесске, в городе Карачаевске. Работают они в прилегающих территориях крупных торговых центров, ну и учебных заведений города Черкесска и города Карачаевска. Мы придерживались в своей работе строго буквы закона. Очень аккуратно подходили сборщики к оформлению листов. Это непростое дело оказалось. И особо хочется отметить то, что жители Карачаево-Черкесии вот с первого дня, как 23-го мы начали эту работу, несмотря на выходные, праздничные дни, все равно приходят, продолжают приходить и еще будут приходить до 21 января. Мы продолжаем эту работу на всех точках. Все успеют оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина для участия в предстоящих выборах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что в новом году республика продолжит активную работу по повышению доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, в частности для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий.
Благодаря решению президента России Владимира Путина в регионе реализуются новые проекты по модернизации первичного звена здравоохранения. Рашид Тимрезов считает, что это решение очень важное и нужное. В минувшем году удалось осуществить мероприятие в рамках программы, тем самым исполнить те задачи, которые ставил перед нами президент страны по обеспечению доступности медицинских услуг. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения, а также оснащение их современным оборудованием. В текущем году будут построены новые врачебные амбулатории в Домбае, в Кичибалыке, а также в селах Джага и Счастливое. Обновят амбулаторию в Новой Джигуте, Костахитагурова и Кубине. Также будет капитально отремонтирована районная Псышская поликлиника и врачебная амбулатория в ауле Эль-Таркач. В этом году планируется начать и строительство Карданикской участковой больницы. Таким образом будет обеспечена доступность медицинской помощи для еще большего количества жителей республики. В столице Карачаево-Черкесии сегодня вечером выпал снег. Всех автолюбителей призываем быть внимательными на дорогах. А сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии днем с прояснениями, ночью и утром местами осадки, дождь и мокрый снег. В отдельных районах сильные, ночью в горах очень сильные осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью -3, -8. В горах до 13 градусов мороза, а днем -1, +4. Местами до -7. На дорогах гололедица. В Черкесске днем с прояснениями, ночью и утром снег и туман, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. Температура ночью -6, -8, днем 2 градуса выше нуля, на дорогах гололедица. В региональном отделении политической партии КПРФ искренне и душевно поздравили волонтеров группы «Зов Родины» с Новым годом. Это те люди, которые часто бывают на передовой среди гостей, имамы, жены, братья и сестры участников СВО. Всем вручили подарки и благодарственные письма. Альбина Ламкова продолжит тему. Мы решили собрать группу наших мам и таким образом их поддержать, чтобы они улыбнулись, почувствовали, что они не одни, что мы рядом. Что мы есть, что мы сила, мы воины тыла. Дружбинские парни поддержали, КПРФ поддержал. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Волонтеры группы «Зов Родины» отдают себя без остатка служению людям, а значит, служению нашей скорой победе. В зале собрали тех, кто продолжает свой ежедневный волонтерский подвиг во имя людей и во имя победы. Вместе занимаются сбором и доставкой на передовую гуманитарной помощи. Работают с семьями граждан, находящихся на СВО. У Фатимы Мамаевой 5 детей. С первых дней у нас самый старший мой, он сейчас на ранении, на реабилитации находится. Так вот оттуда и знаю, что такое ждать. Что такое ждать звонок, слышать заветное слово «мам». Это самое дорогое слово. Так случилось, что многие ребята, не имея отношения к профессии военного, были мобилизованы на зону СВО. Среди них супруг нашей коллеги. Понимаю, что это такое. Мы все ждем их. Как говорится, любой солдат, он силен своим тылом. И мы все, что можем, все, что от нас зависит, будем делать, поддерживать их. Ждем всех наших ребят живыми, здоровыми и с победой. Вокруг партии КПРФ сформировалось много гуманитарных групп. Каждому оказывают внимание. С 2014 года наша партия КПРФ со всех уголков страны поддерживаем жителей Новороссии в их в борьбе за свою свободу. А когда вот случилось с последнего времени, началась специальная военная операция, естественно, эта помощь увеличилась кратно. Чествуем не только людей, которые оказывают свой вклад в гуманитарную помощь, но это также и матеря наших бойцов, которые сегодня на передовой. Мы считаем, что это наш долг – порадовать и поддержать материнское сердце, которое постоянно в ожидании хорошей, доброй весточки с фронта.
Помощь бойцам стала своего рода новой общностью людей, которые, несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, считают своим долгом помогать находящимся в зоне СВО не только вещами и предметами быта, но и просто добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность. Большую помощь оказывают волонтерам группы «Зов Родины» ребята из дружбы. Скромные жители села решили не называть своих имен. Все участники группы всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся в сложное время. Это большое надо иметь сердце для того, чтобы вот так оказывать помощь непосредственно, безвозмездно практически. А вы прекрасно знаете, что перевозки стоят очень больших денег. Они, можно сказать, экономят и на эти деньги. Группа покупает еще медикаменты, товары и другие необходимые вещи, которые нужны для наших бойцов. Давайте еще раз поприветствуем Беслана. Беслану Акба вручили памятную медаль 80 лет Донбасской наступательной операции от партии КПРФ. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В радостные новогодние дни в зале Дворца культуры встретили Рождество. В чудо рождественской елки поверили воспитанники воскресных школ республики, дети из дома-интерната «Забота», специальной коррекционной школы 8-го вида и детки из многодетных семей. Мероприятие посетил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Гостей праздничного мероприятия встречали персонажи из любимых мультфильмов «Карлсон», «Винни-Пух» и «Пингвиненок». В фойе Дворца культуры организовали тематическую фотозону в стиле «Щелкунчик». И взрослые дети прочувствовали новогоднюю атмосферу, попав в сказочный мир праздника. Затем всех пригласили в большой зал на праздничное рождественское представление. С хорошим настроением. Ждем позитива и всего самого хорошего. Ждем красоту. На то Новый год и создан, чтобы волшебство становилось реальностью. И возраст от этого совершенно не зависит. Вот спасибо большое, что даете возможность, чтобы полностью ощутить этот светлый праздник. Хочу пожелать добра, чтобы все трудности вы преодолевали вместе со своими родными, чтобы всегда собирались в кругу светлой семьи, чтобы все было хорошо, вот, чтобы настроение было хорошее. Сказка о спасении Нового года и елочной звезды, путешествие сквозь время и знакомство с разными жителями планет в исполнении артистов не оставили никого равнодушными. Главные герои увлекали маленьких зрителей и не давали скучать. Дети активно танцевали и помогали персонажам представления, а после все маленькие гости получили сладкие рождественские подарки. Как вам вообще эта новогодняя сказка? С каким настроением вы сегодня пришли? Очень хорошая, очень нравится. Мне нравится этот мультик. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт поздравил с Новым годом и Рождеством и святыми праздниками всех артистов, и зрителей, и жителей нашей республики. Выразил большую благодарность главе Карачаево-Черкесии и мэрии города. Когда я пересекаю границу нашего любимого города Черкеска, сердце наполняется радостью, особенно в этот день, потому что приезжаю сюда, чтобы поздравить наших детей, чтобы поздравить будущее поколение жителей нашей любимой Карачаево-Черкесии. Хотел бы сказать слова, прежде всего, благодарности руководству республики, руководству нашего города за поддержку инициатив, которые направлены на поддержание молодого поколения. Мы живем не рядом, а живем вместе, одной большой, многонациональной, многоконфессиональной семьей. Каждый был рад окунуться в мир зимних чудес, добра и Рождества, чтобы сохранить их частичку у себя в сердце. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра в 16:30 в эфире телеканала «Россия» смотрите первую часть исторического спектакля по пьесе Дины Мамчуевой «Карча». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире.